Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня я вместе с Мелки будем спасать жизнь охранника Стёпы. Бог Майнкрафта, пожалуйста, спаси и сохрани душу этого проклятого алканавта Стёпы, но он же не хотел вот настолько разочаровывать свою жену. Ну, жена прекрасная женщина, он придурок, ну алкаш, ну спился, ну с кем не бывает? Мелки, надо помолиться Богу Майнкрафта, пожалуйста, мы сейчас пойдем к Стёпе. Лишь бы со Стёпой все было хорошо, он здесь провел ровно неделю в этой дурке, в этой клетке. Я очень сильно надеюсь, что с Стёпой все хорошо. С одной стороны, мы с ним очень жестко поступили, потому что мы его закрыли там в клетке ровно на неделю, но с другой стороны, в прошлой серии, кто не знает, его бросила жена. Мы официально пошли в ЗАГС, и они официально ставили свои подписи, то что они все развелись, и после этого у Стёпы кочерышку-то сорвало в ту же секунду. Надеюсь, что сейчас она на место стала. Пошли, пошли, Мелки, пошли. Стёпа! Стёп, пожалуйста, скажи то, что ты шутишь. Как твоя здесь вообще неделя прошла? Все хорошо? Я умру здесь без алкашки. Не, ну как бы с одной стороны мы тоже немножко так поиздевались. Мы его даже неделю не кормили, но знаете, просто с едой и весь спирт вышел с его организма. Все ужасно. Конечно, ужасно, у тебя ломка недельная. Естественно, то, что все ужасно, Стёпа. У нас на эту серию есть план. Ты понимаешь, что ради тебя, алканавта усатого, мы рискуем всем, что только есть. В первую очередь меня заставляют удалить канал на ютубе, только для того, чтобы я смог спасти своего друга Костю. А у нас осталось 4 дня до того, как мне нужно будет удалить канал, или Косте, в общем, кирдык придет. И вместо того, чтобы что-то предпринимать с Мелким, мы спасаем тебя. Дыхни, дыхни, дыхни! Ну все понятно с тобой. Стёпа, пожалуйста, пригладь свои усы, поменяй трусы, постирай носки, потому что мы сейчас пойдем, найдем твою женушку Маргариту Степановну. Где мне тут стирать носки? Да мне как-то без разницы, где тебе здесь стирать носки. Ты же как-то в клетке, можешь себе бухлишко здесь найти? С любой ситуации выкрутишься, поэтому давай здесь и стирай. Мы пойдем за твоей женой, и через минут 15-20 мы сюда вернемся. Поэтому приведи себя прям в полный порядок. Подкачайся за эти 20 минут. Выспись за эти 20 минут. Протрезвей за эти 20 минут. Измени жизнь свою в лучшую сторону за эти 20 минут. Через 20 минут к тебе вернется твоя жена. Ну или не вернется, если ты дебил за эту неделю ничего не понял. Все, мы пошли, давай, давай, давай. Давай, Мелки, у нас с тобой очень много дел на эту серию. Пошли. Сложно живется нынче в городе ютуберов. Везде проблемы. Я заранее все придумал. Пока ты сегодня ночью спал, пердел, я придумал план, Мелки. Да, 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 да. Сейчас мы идем с тобой к бабе Зине. Баба Зина же все же лучшая подружка Марии Маргариты Степановны. Башка уже вообще ничего не варит. Лучшая подружка, мы спросим у нее, где она живет. Ну, Маргарита Степановна, пойдем к ней домой, и надо, я не знаю, какой-то подарок сделать. Иди найди где-то розу, розу. Мы подарим эту розу Маргарите Степановной и скажем то, что это Стёпа передал, понимаешь? Только найди розу, розу, именно розу. Опа. Бабзин! Здорово, как жизнь старперческая? Все хорошо на пенсии, как? Государство не оборовывает. В общем, мы тут пришли... Мелкий, это клумба как раз-таки бабы Зини. Она тебе сейчас ремнем отшлепает. И почему оттуда лаванду староты взял? Посади обратно. Бабзин, у нас тут такое дело. Мы же знаем, мы же видели в предыдущей серии то, что ты дружишь с Маргаритой Степановной, да? Вы, наверное, там в одной школе учились в детстве, да, вот, кореша такие, корешицы, корешицы. Мы тут к тебе обратиться хотели, мы в долгу как бы не останемся, да, что надо, ты потом проси в любой момент. Бабзин! Где живет Маргарита Степановна? Мы просто для нее тут небольшой такой подарочек подготовили. Не спрашивай, что за подарочек, не спрашивай. Очень важное. От этого подарочка зависит жизнь одного молодого усатого человека. И этот молодой усатый человек, если что, уже трезвый, уже не пьет. Это так, намек такой небольшой. Так я же говорю, нам подарок нужно сделать. У нас к Маргарите Петровне, или Степановна, как ее там зовут? К Маргарите Степановне у нас срочный деловой разговор. Она деловая женщина, я деловой мужчина, мелкий деловой... Хотя нет, он не деловой, но все же он мелкий, мелкий это мелкий. А, ну да, она женщина одинокая.
Не, бабзин, не в этом плане, то, что она женщина одинокая. Ну, типа, скажи, пожалуйста, адрес! Не выеживайся! А, ну она живет возле твоего магазина одежды. Да? Мелкий, ты видел там когда-то Маргариту Степановну? Нет? Спасибо, спасибо, бабзин! Мелкие побежали как можно скорее! Так, возле моего магазина одежды. То есть она живет где-то вот в этом... Бабзин там, спасибо! Я забыл ей даже спасибо сказать. Значит, она живет где-то вот в этом здании, да? Мелкий, давай ты в правый подъезд, я в левый подъезд. Так, здесь у нас... Здравствуйте! Нет, здесь никого нет. Случайно кому-то просто рандомно в дом вломился. Так, здесь у нас... Вытирай ноги, собака. Мелкий! Она точно здесь живет. Вы только посмотрите. Мало того, то, что здесь вокруг бухлишка, но это 100%. Она здесь живет 100%. Бухлишка это точно у нас сёпы. Короче, Мелкий, она здесь живет. Там причеши себе там. Пригладь, да, если что. Главное, поздоровайся. Главное, она выйдет и скажи там, Маргарита Степановна, здравствуйте там, а, как ваш день? Главное, вежливые манеры прояви там, скажи то, что она красиво выглядит, да. И что? И это твоя отмазка, то, что ты разговаривать не умеешь? Это... Ну все. Вот и мне никогда Мелкий не говорил то, что я красиво выгляжу. Потому что он не мой, как он может разговаривать? Да все, я пошутил, успокойся. Да что за дичь, я не могу понять. Мелкий, вытри ноги, собака. Молодец. Послушный щеночек, послушный. Да все, я пошутил. Да что за дичь? Так, ладно, пошли к бабе Зине. Чё-то Маргариты Степановны дома нет. Пошли. Закрывай за собой двери, невоспитанный малый. Бабуль! Там проблемка у нас такая, Маргаритки дома нет. Мы пришли, звонили, стучали, никого дома нет. Может, она куда-то... А, так подожди, она же реально сейчас одинокая женщина, она могла пойти банально кому-то на свиданку. А, ну если ее нет, то она на работе, она работает управляющим в бассейне. В бассейне? В каком бассейне, бабзин? У нас в городе нет бассейна. Ну нет, а чё? А что мы должны были знать? Какой бассейн? Мелкий, ты видел здесь когда-то бассейн в этом городе? Вот и я никогда не видел. Да нет у нас бассейна, бабзин. Если бы я знал то, что здесь есть бассейн, я бы уже 100% бы в него рано или поздно пошел. Он за футбольным полем? Мелкий, ты это видел? Посмотри туда. Ты видишь там здание огромное? Бабзин, спасибо. Пошли, мелкие. А, так вот они что здесь строят. Я не знаю, уже месяц строят. Так, ёперэсэт. Я первый раз слышу то, что у нас в городе появился огромный бассейн. Ты смотри, парковка платная. Ёперный театр, это что такое? Ты понимаешь, мелкий, то, что мы с тобой сейчас каждый день будем на этот басик ходить? Это... Ой, только посмотрите, да это, наверное, элитный какой-то бассейн. Здравствуйте. Здесь у нас и охрана, здесь у нас и камеры. Здравствуйте. Здравствуйте! Мы можем проходить? Как, что? Воу-воу-воу, чё? Давай, мелкий, проходи. Выкладывайте вещи. Так, сейчас, мелкий, выбрасывай вещи. Да у меня ничего здесь нет, да какие вещи? Ну, максимум у меня тут лом в инвентаре есть. Ну, что я с этим ломом? Ну, разве что кому-то череп смогу проломить. Хорошо. Лом, гаечный ключ, телефон, камера, постер, топор, лопата, спички, мясо, ключ от дома, два стака бабла и мой мерч. Ну, ничего здесь такого нет. Нельзя, все нельзя. Ай, так, давайте я тогда когда-то выложу вот сюда. Ничего нельзя в этой жизни. Но бабки я выкладывать не буду, и мерч тоже, еще воруете. Мелкий, снимай трусы, пошли плавать. Да куда, стоп, да что ты... Трусы снимай, мелкий, плавать, пошли. Ну, не трусы, а вот эту футболку. Вход платный. Ну, понятно, что платный. Сколько? Ой, ля-ля, вы только пос... 7 монет за человека?! Держите. Я с этим Стёпой разорюсь нафиг. Только для того, чтобы прийти погореть с его женой, мне нужно было 14 монет заплатить. Здравствуйте! Здравствуйте!
Ага, хватит пялиться, пожалуйста. Ты только... О, извините, мелкий, давай сзади пройдем. Мелкий, сюда, 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 сюда. Подожди, а где здесь Маргарита Степановна-то? Она управляющим работает? Ты смотри, купи-купи делает. Так, давай вот здесь усядемся, мелкий. Вот так. Плюханись бомбочкой в воду, плюханись, давай, с разбега, плюханись, давай. Да давай, 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 мелкий, плюханись. Покажи, на что ты способен. Давай. А, подожди, а ты плавать умеешь? Я забыл спросить. Мелкий, если умеешь, всплыви, если не умеешь, ну тогда зря прыгнул, получается. Не пугай меня. О, фу, я уже напугался, то, что ты в 7 лет плавать не умеешь. А я на самом деле не помню, когда я даже научился плавать. Мне кажется, мне было лет 8. Хотя нет, мне тоже 7-8 лет было. Кто умеет плавать, плюси в комменты и напиши в комментах, когда ты научился плавать. Потому что, допустим, моей маме 40 там с чем-то лет, да, не буду называть точную цифру, она не умеет плавать. Подожди, а моему дедушке там вообще уже под 80, он тоже плавать не умеет. Ну хорошо, тебе повезло, мелкий, тебе повезло, а то бы так плюханулся и больше бы никогда не вылез. Кайф-то какой, мелкий, давай ложись, 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 тут и позагорать можешь, жопку на солнце погреть, а то вот уже, ты, мелкий, ты прикинь, уже почти половина лета прошла, мы еще даже ничего сделать не успели, уже сейчас июль, конец июля скоро уже будет. Ой, где-то Маргарита Степановна, я не могу понять, мы ее ждем, ждем, а может попросить вот это... Эй! Позовите управляющего, пожалуйста, здесь проблема у нас, слишком много хлорки в этом, в бассейне, у мелкого приступ! Приступ, управляющего, позовите, пожалуйста, управляющего. Я знаю то, что управляющий у вас Маргарита Степановна. Позовите, пожалуйста. Ты посмотри. Вот просто радуется жизни. Вот это молодец. Он просто уже полчаса плюхается в бассейне в одной и той же позе. Вот просто ныряет, выныривает. Ныряет, выныривает. Здравствуйте! Извините, если что, мы ваши лежаки заняли. Мелкий, обернись, тебе на такое смотреть. Обернись! Мелкий! Тут. Извините, мы тут ваши... Чё она делает, Дуримонда, не могу понять. Вы тут, пожалуйста, не на... Уйди, мы... Маргарита... Нет, это не Маргарита Степановна. Извините, мы ваши лежаки заняли. Мелкий, пошли нафиг отсюда. Какая-то извращенка подошла к нам. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Дуримонда. Хватит преследовать нас! Перепрыгивай, мелкий. Позовите управляющего, здесь извращенцы вокруг одни. Ты чё пялишься? Есть руки-базуки, а это руки-утки какие-то. Мелкий, тебе вот такую фигню надо, чтобы ты плавать? Да хватит за нами ходить! Сейчас я, короче, сальтуху как крутану, мелкий, вот смотри. Сальтуху вперед или сальтуху назад, как думаешь? Вперед? Или назад? Я могу еще боком, подскоком и кувыркоком, если хочешь. Могу вот так. Доставай телефон, снимай, потом в Инстаграм выложим. Телефон, не телефон. А, так мы же телефон выложили, да? Этот же дебил сказал выложить. Опа, прям на голову ей прыгнул. Лови чикса, лови чикса! Нет! Промахнулся. Ой, так. Маргарита Степановна, мы к вам пришли. Извините, пожалуйста, что мы вас тревожим на рабочем месте. Если вы пришли поговорить по поводу Степы, идите нахрен. А почему так категорично сразу же? А мне... Мы не по поводу какого-то там Стёпы пришли поговорить. Нет, мы пришли поговорить по поводу вашего мужа. А, ваш муж Стёпа? Вот какое совпадение, вы только посмотрите. Маргарита Степановна, ну так произошло. Присядьте, пожалуйста, присядьте. Вот у нас жесткий, серьезный разговор. Присядьте. От этого зависит жизнь человека. Мне похрен, что там делает этот алкаш. Подари цветы, цветы подари. Это из клумбы Бабзины. Если да, то она тебя просто отшмагает, ты знаешь. Это от Стёпы. Вот Стёпа изменился, вы понимаете, он неделю кодировался. Он больше не пьет, не курит, даже не кушает, потому что мы ему целую неделю еду не приносили. Стёпа изменился просто кардинально, стал новым человеком. Заверяю вас, уверяю. Вот присядьте, пожалуйста, выслушайте одну минутку. Нам нужна всего лишь одна минутка. Минута вашего времени, 60 секунд. Да, вот садитесь, пожалуйста, присядьте. Мелкий, ты тоже садись. Я вам даю одну минуту, чтобы вы рассказали. Да, я даже в 30 секунд вложусь. Короче, Стёпа, охрененный мужик, не пьет, не курит, по бабам не сохнет, скучает только по вам. Цветы вам подарил, вот он готов заново расписаться, он готов заново вас в жены взять. Вы просто послушайте, Стёпа,
неделю сидит в клетке. И вы знаете, что за неделю эту произошло? Да он себе пресс накачал. Он уже отжимается 1200 раз. Приседает 1500 раз. На турнике виснет примерно 3 часа без остановки, не падая. Да он настоящим спортсменом. Господи, как я охрененно врать умею. Он просто идеальным спортсменом стал. Вот мелкий, докажи мелкий. Он, знаете, я вам скажу, вы, наверное, сейчас даже просто очумеете. Он даже стихи писать начал. Вот сколько мы заходили с мелким к нему в камеру, он там целыми днями там: «Маргаритка, мой аленький цветочек роз, твой нос прекрасный, как кокос». Ну что-то в этом роде, понимаешь? Ну то есть целыми днями какие-то там стихи сочиняет. Он стал хорошим человеком. Дайте, пожалуйста, ему еще один шанс. Я просто как бы тоже человек занятой, у меня тоже сейчас нет 1000 часов в сутки, чтобы просто уделять их на Степу. Как бы Костю тут убить моего брата хотят, сводного, двоюродного, десятиюродного, с другой стороны, от другой мамы, другого папы. Ну хорошо, давайте я вам поверю на слово. Вот и хорошо, пройдемте. Отпроситесь с работы буквально на часик, даже меньше. Пошли. Все, спасибо, главное вещи свои не забыть. Мелкие там надевай трусы, если ты их снял. До свидания, все, до свидания. Заплатили 14 золотых монет, чтобы перейти поговорить с Маргаритой Степановной. Или Петровной, как вас там зовут? Степановна. Извините, забываю просто вечно. То ли когда мы пойдем в Степе, я забегу домой. А, так вообще без проблем, ну как бы да, вам же переодеться после работы надо. Бабзин! Сработали на ура. Мелкий, пошли. Ага, да. Мелкий, перед тем, как мы придем к Степе, перед тем, как зайти в мэрию, в ЗАГС, задержи ее, пожалуйста, на минутку, хорошо? Да, хорошо. Фух. Ну, если все сегодня пройдет успешно, Степа сегодня будет ночевать дома, а не в тюряге. Что это? Вот видишь, вот роза. Вот про эту розу я говорил. Вот это тебе нужно было добыть и кинуть Маргарите Степановне. Мол, это Степа подарил. А ты какой-то куст сухой ей подарил. Мелкий, ты вообще за бабами ухаживать не умеешь. А тачи, кстати, тебе понравилась, которая на бассейне была? Не? А, все, пойдемте, Маргарита Степановна. Ну чё ты врёшь, пописяка мелкий? Ну я же видел то, что так понравилось, что у тебя там даже джуджун немножко вот это за... Я опять что-то не то сказал. Рота подъем была, да, мелкий? Горы дыбом стали. Стручок зашевели... Так, все, я молчу. Мы уже почти пришли. Так, мелкий, задержи. Угу. Маргарита, сейчас... Степа! Жена твоя пришла. Она тут будет буквально через 20 секунд. Возьми себя в руки. Вот прям побей себе по лицу, пощечине себе дай. Возьми себя в руки. Сейчас жена придет. О, если ты ее разочаруешь, я заверяю, я тебя куда-то в Швейцарию, в карантинную зону отправлю и будешь там лечиться. Если ты сейчас все завалишь. Молодец. Так, мелкий! Иди сюда! Проходите. Давайте. Вот, вот, разговаривайте сами. Я все, что было в моей компетенции, мелкий, я сделал. Да не, он не бухал, но я же говорю, он не пил уже неделю примерно. Или даже чуть больше, я не помню. Не. Что ты думаешь, мелкий, что с этого получится? Если Степа не Дуримонда Петровна... Значит, он все же поумнел хотя бы немножко за эти 6-7 дней. Дыхни! Да в смысле нет! Степа, дыхни! Степа! Мелкий, перекрести пальцы, чтобы он все же не бухал, чтобы от него перегаром не воняло, чтобы он не пил, чтобы он вообще ничего не делал, пожалуйста, Степа! Фу, как от тебя перегаром пасет. Каким перегаром, Маргарита, он не пил? Собака или пил собака? Подожди, я сейчас что-то вообще ничего не понял. Степа, ты бухал эту неделю? Ну все, это уже край. Ты под... Как это? Так ты здесь неделю сидел, вот в этой клетке. Ты как бухал-то? Собака ты такая! Я чуть ничего не понял. Забирай свои вещи и проваливай! В смысле проваливай? Куда проваливай? А, так вот, зачем она домой забегала.
это его вещи взять, да, трус? Маргарита Степановна, ты с ума сошла? Зачем ты вонючие носки здесь, трусы раскр... Вот ты доигрался, чудак с буквы М. Стёпа, Стёпа! На трусы, на носки! Тебе пригодится, пока ты здесь будешь сидеть. Мелкий, иди сюда. Достань рогатку. Смотри на него, чтобы он не выбежал из этого. Отойди, Стёпа, отойди туда в угол. Если ты попытаешься выйти, Мелкий тебе шишку рогаткой оставит. Только посмей! Ага. Вот оно что, да, значит? Вот оно что, да, значит? Ты только посмотри, Мелкий. Ты только посмотри. Это не то, о чем ты подумал. Да, это я не то. Подожди, а как ты... Ты понимаешь, что у него есть собутыльник, Мелкий? Ты понимаешь, что есть собутыльник, который за эту неделю делал ему поставки? Вот за эту неделю кто-то пришел и там ему сундук оставил с бухлом. Все, Степа, все. Я заказываю тебе место в пенсионате где-то там, в каком-то Кисловодске. Мы тебе там бронируем номер, спа-процедуры, мамина мама, лечение почек, кодирование и все, Степа. Это последнее. Вот мои нервы уже как бы тоже на исходе. Что ты орешь, дебила? Степа! У него, походу, от нехватки спирта в крови суперспособности Халка проснулись. Давай лови его, быстро, Мелкий! И трусы захвати его, а то тут раскидала Маргарита Степановна. Стёпа! И куда он смылся, паскудник-то?